Всем доброе утро. Мира! Стой! У тебя ноги длинные, нечестно! Здравствуйте. Оксаночка, здравствуйте. Вас ожидает Никифорова. Вы ее вызывали. Вы можете прекратить называть меня Оксаночка? Хорошо. Никифорова пусть заходит. Ну что? Уволила, стерва. Что мне теперь делать? Как быть? Успокойтесь. Успокойтесь, не надо плакать. Попейте водички, присядьте. Подождите. Так. Так. Сейчас я поговорю с ней. Оксана? Оксаночка? Не увольняйте Никифорову. Почему? Понимаете, она ведь мать-одиночка. Когда матери-одиночки воспитывают детей одни. У этой вашей одиночки очень низкая производительность. Она часто отпрашивается, никому тут не нужно. Все равно не увольняете. Она ведь хороший человек. Людмила Ивановна? В вашем возрасте уже давно пора понять, что хороший человек – это не профессия. Да что же с вами такое происходит? И плохой человек ведь тоже не профессия. Людмила Ивановна, идите уже работать, а? И дверь с той стороны закройте. Хорошо. В нашем иске было указано, что договор подлежит расторжению в связи с изменениями некоторых обстоятельств. И если будут приняты во внимание положения, допускающие возможность расторжения... Слушай, можно как-то покороче? Что в итоге там? В итоге мы выиграем это дело. Кстати,
как и предыдущий. Хорошо. Вчера подписала бумаги на твое увольнение. А почему? Ну как же, у нас трудности. Сокращение штата. Ерунда. Совсем не интересно. Просто хотел уточнить, мы почему разводимся? Я что-то не рассказал, сделал, не услышал. Почему ты ушла? Ну, а то, что я нашла в нашей кровати другую женщину. Достаточно оснований? 101-й раз. Это моя двоюродная сестра. Она приехала на сутки, я ей уступил нашу кровать, а сам лег на раскладушке, и она это подтвердила. Обойдусь без подтверждений, мы же не в суде. Ну, это какое-то... Это безумие какое-то. Ты же Галка. Вспомни ее. Ты ее видел у отца на дне рождения. Вспомни, пожалуйста, голову включи. Ну, нельзя вот так просто взять и все порвать. Вот это неправильно, Оксана. У тебя любовник появился? Я его знаю. Хватит, вышел отсюда. Больше ни слова мне не надо говорить. Подожди. Разговор окончен. Подожди. Ты квартиру можешь себе оставить, я уже переехала. Я ты понял. Уволен, это точка. Пожалуйста, ради бога. Работу найду другую, женщину тоже. Удачи. Спасибо. Запишись к психотерапевту, может, поможет. Удачи. Оксаночка, к вам Вера Морозова, психолог. Я никого сегодня больше не принимаю! Ну вот, видите? Простите, я не могу вам ничем помочь. Но я должна с ней поговорить. Это очень важно. Я не уйду. Она просто не сможет меня не выслушать. Вы знаете, вы подождите ее на парковке, она выйдет. Ну, не могу я вас пустить. Оксаночка сегодня не в настроении. И если я вас пущу, она скажет, что я виновата. Будьте добры. Хорошо. Спасибо. О, Игорь, я как раз тебя искал. Мне некогда. Да послушай, я на секунду. Ты не знаешь, что там с Плановым решили? Понятия не имею. Как, ты что? Там же место начальника освободилось. На прошлой неделе Максим уволился. Ты знаешь, мне, если честно, наплевать. А, ну тебе-то, конечно, наплевать. А вот я беспокоюсь. Слушай, поговори с Оксаной, а? Но мне в прошлом году обещали повышение. Не поговорю. Почему? Меня уволили. Когда? Я здесь больше не работаю. Все. Не работаю. Говори с ней сам, если сможешь. Малинин, тебе удачи, и мне здесь ловить больше нечего. Оксана Николаевна, мне нужно с вами поговорить. Мне некогда. Но это очень важно, Оксана Николаевна. Я по поводу Планового. Там же место освободилось. Какое? Начальника. Вы мне в прошлом году обещали повышение, и я столько ждал. Может, обещала, теперь передумала. Вы не тянете на начальника. Ну, почему же не тяну? Я справлюсь. Да я из кожи вон выпрыгну. Из кожи не надо. Вы хотите по-честному? Да. Я вас еле-еле терплю. И то только благодаря вашему умению не попадаться мне на глаза. Это единственное, что вам удается по-настоящему. Вы почаще прибегаете к этой своей способности. Очень советую. Спасибо. Простите, вы Оксана Николаевна? Да. Я Вера Морозова, психолог. Я помогаю детям и родителям в приемных семьях. Помогаю им адаптироваться после усыновления.
Я по поводу интерната на Обнинской. Ваша компания выиграла тендер на строительство детского центра. На его месте интернат сносит. Да, я знаю, это ветхое здание. Оно технически не соответствует стандартам. Да, но сейчас не важно. Поймите, вопрос в том, что детей распределили по семьям в большой спешке. Я не успела проверить несколько семей. Я-то чем вам могу помочь? Мне нужно время. Хотя бы неделя. Понимаете, очень опасно давать детей в незнакомые руки. Вы можете отложить снос интерната? Пусть дети пока поживут на Обнинской, а я за это время удостоверюсь, что все в порядке. Хорошо, я попробую. Я вам сейчас ничего не обещаю, я попробую. Спасибо вам большое. Я обязательно позвоню. До свидания. До свидания. Я очень рада с вами познакомиться. До свидания. Спасибо вам большое, правда. Извините, пожалуйста, а вы можете меня до остановки подкинуть? Здесь совсем недалеко. Спасибо. А можно прямо сейчас поехать, пожалуйста? Да что же это такое? Вы можете сами разобраться с этими поставщиками или нет? Да я от вас слышу это постоянно, одно и то же, каждый день. Вера, послушайте. Мужчина, вы в своем уме? Простите, пожалуйста, пару минут всего. Я вам уже 100 раз объясняла, я ничего не могу для вас сделать. Прошу вас, помогите. Я уже все перепробовал, у меня ни черта не получается. Егоров, дорогой, вы мой. Я понимаю, что вам тяжело, но я просто психолог. Я не знаю, где ваши дети. Адрес. Просто скажите мне их адрес. Я никому не скажу, что вы мне его сказали. Я не знаю их адрес. Ну, прекратите вы меня, в конце концов, преследовать. Черт, черт! Оба выметайтесь из моей машины. Извините. Убирайте день в другом месте. Давайте на улицу. Совсем уже охамели. Простите, пожалуйста, простите, ради бога. Девушка, вы живы? Девушка! Девушка! Вера! Она сама под колеса! Отойдите вы от нее, пожалуйста! Не знаю, может быть, скорую отвезти самому? Не надо никому ничего отвозить, не трогайте ее, не надо переезжать. Что случилось? Она под колеса сама выскочила, понимаешь? Я даже не ожидал, ей-богу, честное слово, я ее не видел. Как? Я не знаю. Алло, скорая? Она под колеса сама кинулась. Береговая, 24 человека сбили. Честное слово, понимаете? Пульс есть, да. Может, скорую, водитель на месте. Самого, а? Нет, никто ее не перемещает. Пожалуйста, может, вы отойдете и отдайте воздух человеку. Как она? Даже не ожидал. Звоните скорую, у меня сел телефон. Я ее не видел. Я не знаю. Что? Сама под колеса кинулась, я не видел ее. Хорошо, спасибо. Чего вы тут сидите? Ночь уже. Поезжайте домой, завтра приедете. Поезжайте. Оксана Николаевна? Да, да, это я. Операция прошла успешно, но прогноз делать рано. Но вы молодец, что не дали передвигать ее до приезда скорой. Облегчили мне работу. Надо еще немножко помочь. Забрать ее дочку. Адрес. Говорит, оставила с соседкой. Переживает. Одинокая она. Кроме дочери, родственников нет. Хорошо, я заберу. А когда можно будет Веру навестить? Пока не знаю. Вы извините, некогда. А можно это как-то узнать? Можно я позвоню? Конечно, звоните.
Ну что там? Операция прошла нормально. Сейчас пока ничего не понятно. Сейчас пойду ее дочку заберу. Как? Когда ее можно увидеть? Вам никогда. И даже не подходите к ней. Вы что, не понимаете, что это все из-за вас? Если бы вы не лезли с этими своими проблемами, ничего бы такого не случилось. Знаете что, ничего бы не случилось, если бы вы нас не вытолкнули из машины. Чего? Да вы ее преследовали, я же слышала. Кто преследовал? Я просто хотел поговорить, а вы как с цепи сорвались. Отойдите от машины, мне нужно... Мне она очень нужна, понимаете? Господи, какой же эгоист. Я эгоист, да вы истеричка, не могли потерпеть немного, пока люди переговорят. Знаете что, я сейчас просто вызову полицию, и вас арестуют. За что меня арестуют? За преследование. За какое преследование? Так, все, я серьезно набираю. Все, до свидания. Оксан, ты? Привет. Привет. Не спишь? Нет. Я не сплю. Слушай, а куда отправляют детей, оставшихся без родителей? В смысле? Ну, если родители в больнице, куда детей отправляют? Ну, к родственникам. А если родственников нет? Ну, не знаю. Тогда пока. Подожди, какие дети? Что я тебе сказал? Чего ты смотришь на меня? Оглохла сразу? Издеваешься надо мной? Вот ремень на тебя возьму! Вы к кому? К Вере. Я за ее ребенком приехала. А вы кто? Подруга. В смысле, я ее родственница, сестра. А вы соседка? Это она вас попросила с ребенком остаться? Да, попросила. Пропала куда-то. С ней что-то случилось? Ннет, ничего не случилось, все хорошо. Вы можете домой идти. Где она? Да вон комната. Воспитывать детей надо, а то потом вырастать черти что. Здравствуй. Вы кто? Меня зовут Оксана, я подруга твоей мамы. Тебя как зовут? Дуся. Что с ней? Твоя мама попала в больницу из-за аварии. Но ничего страшного. Если бы ничего страшного, она бы позвонила. Так что вы врете, я вижу. Слушай, мне тебя нужно забрать. Куда? Сейчас решим, пошли. Не пойду, я тут буду. Ты же не можешь остаться одна. Я не одна. Тетя Рита вот здесь. О, ну уж нет. Вставай, пошли. Не пойду. У меня ноги нерабочие, понятно? Так что до свидания. Знаешь, это тоже не проблема. Я тебя могу отвезти. Твоя мама волнуется, и мне совесть не позволит тебя здесь бросить. А что, если у меня болезнь какая-нибудь заразная? Может, я умру скоро? Может быть, но только не здесь. Прошу. А, спасибо, девушка. Да, я вас поняла. Если хотите знать, вы не имеете права выдергивать меня из дома. Погоди секундочку, сейчас позже все обсудим. А можно еще раз адрес? Никто не может вот так ни с того ни с сего забирать человека. У меня были планы. Ага, Верховского 7, да, записала. А второй адрес? Я знаю свои права. К тому же я живу в свободной стране. Ой, как тебе повезло. Помолчи. Вы второй адрес говорили? Если я хочу говорить, то и буду. Только чуть позже. Обнинская. А, я там все знаю, да, спасибо, разберусь. Хорошо, до свидания. Пока Вера в больнице, поживешь в санатории. На Обнинской. Угу.
Думаете, если у меня с ногами проблемы, так и башка не варит? Хотите меня в интернат спихнуть, чтоб совесть не мучила? Так и говорите, не надо врать. Не буду больше с вами разговаривать. Никогда. Вы мне вообще не нравитесь. Знаешь, я от тебя тоже не в восторге. Мама, Вера умрет? Нет. Зачем она меня только забрала? Глупо было к ней привыкать. Только дураки привыкают. Да вы не парьтесь. Мне нормально в интернате. Я там привыкла. Всю жизнь там. Пока мама Вера не появилась. Поехали. Игорь, я не понимаю, как это могло все произойти. У меня в голове не укладывается. Понимаете, когда Оксаночка пришла к нам после института на работу, это был такой светлый, такой добрый, отзывчивый человечек. А когда вы поженились, все было так хорошо. И вы даже, помните, шутили, что я буду крестной матерью у вашего первенца. Игорь. Что? Ну, это как-то надо исправить. Нет, я не собираюсь ничего исправлять. Пусть делает все, что хочет. Мне наплевать. Я не понимаю, в чем я виноват. Я не знаю, что мне делать. Я ничего не понимаю. Что здесь делает чертова поднебесье? Благодарю вас. Всем удачи. Алло. Людмила Ивановна, а что у нас происходит со стройкой на Обнинской? Людмила Ивановна, я никаких распоряжений на этот счет не давала. Да я прямо тут стою и все вижу, вы мне рассказываете. Кто это решил? Малинин распорядился. Я вас поняла. Так это ты тут все переломала? В том-то и дело, что не я, а должна была я. Ты ради прибыли даже дом чужой разрушишь, да? Он ведь чей-то, там ведь люди. Они, может, любят друг друга, а тебе все равно. Всем на всех все равно. Слушай, ты интернетом поменьше пользуйся, вредно. Поехали тогда на Верховского. Я там тоже была, так даже лучше. Оксана баба неплохая, хватка есть. Нам это лучше. Пока они там копаются, ковыряются, мы это раз. И заводик вместо интерната забацали. Помяни мое слово. Еще с владельцем в долю войдем. Главное, все в рамках закона, да? А? Да, слава богу, не нарушаем. Но когда Оксана узнает, что я через ее голову вам подряд устроил, не бойся, боюсь... Не бойся, что она тебе сделает. Да она как с цепи сорвалась, кидается. Ну и покусает же. Кстати, по поводу закона. Ты уверен, что с этим интернатом все утряслось? Вроде все уладилось. Я никогда с такой деликатной проблемой раньше не сталкивался. Ничего в детях не понимаю. У меня есть, конечно, парочка, но так. Алиментами отделаюсь, а здесь целый выводок пристроить. Так что ты, ей-богу, герой, если взялся за это дело. Знаешь, что я собираюсь сделать? Что? Сделать тебя своим замом. Только ты подумай хорошенько. Если со всем этим есть какие-то трудности, ты мне лучше сразу об этом здесь и скажи. Если возникнут какие-то проблемы, извините. Здравствуйте. Звук ключи. И вот что я тебе скажу. Ты жалкая, жадная, серая крыса. Уволен! Это баба огонь. Не бойся, Малинин, я тебя подберу. Спасибо. Только у меня ведь не будет с этим никаких хлопот, верно? Нет, никаких хлопот. Что вы, не волнуйтесь, нет. Ну и ладно. Не волнуйтесь, мы, конечно же, и устроим я Дусю, как облупленную знаю 6 лет. Да, не повезло.
Ну, милая, конечно, девчушка, хотя с характером. Да Верочка ее сразу приметила, и вот видите как. Надо же. Я хочу увидеть ее комнату. Что, простите? Хочу посмотреть, где она будет спать сегодня ночью. А, это совершенно невозможно, извините. Почему? У нас карантин. Кишечная палочка. Никого не пускаю. Вы вообще в своем уме? У вас карантин, вы ребенка забираете? Коляску остановите, пожалуйста. Дусь, мы уезжаем. С карантин у них. Совсем уже обнаглели. Я вас по судам затаскаю. Не, ну, ребенка-то... Если ты сейчас что-нибудь скажешь, я не знаю, что с тобой сделаю. Вот просто молчи. Людмила Ивановна, мне нужна сиделка. Все в порядке? Да нормально я себя чувствую. Не на работу. Зачем она мне на работе? Домой отправьте. Да, хорошо. А на работе буду позже. Или завтра. Ага. Надо занавески повесить. Ладно, проезжай, располагайся, чувствуй себя как дома. Дом у тебя так себе, если честно. Живешь на чемоданах. Я только переехала. С мужем разложусь. Понятно. Неудивительно, что разводишься. С таким-то характером. Зато ты у нас ангел. А муж нормальный? Или так себе? Он тебя бросил? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, вы очень вовремя. Готовить умеете? Это Дуся, ваша подопечная. Меня зовут Оксана. Очень приятно. Я Инга Альбертовна. Готовить умею. А вот, пожалуйста, мои рекомендации. Оплата у меня почасовая, там все написано, поэтому, если можно, деньги вперед. А, конечно, конечно. Еду закажете вот по этому телефону. Я не доверяю фастфуду. Ну, хорошо, вы можете готовить сами, они и продукты тоже привозят. Ну, без проблем, только это дороже. На сколько? Там все написано. Простите, пожалуйста, мне просто некогда. Ну, я уверена, что вы без меня тут разберетесь, подружитесь, а мне пора на работу. Вот так, дружочек. Да. Да. Привет, ты где? Я сейчас приеду. Идиотский вопрос. Разумеется, правда. Мне нужно поговорить с тобой. По работе. Ой, привет. Не ожидал. Прости, что значит не ожидала? Тебе только что звонила.
А, да. Это я забыл просто, да. Забыл. Ой, слушай, совсем забыл тебя познакомить. Это моя невеста, Катя. Маша. Неважно. Ты мне вот что объясни. Как так вышло, что головной офис проводил все документы по строительству на Обнинской в обход юротдела? Я не знаю, это Малинин вел. Я Малинина уже уволила. Меня бесит, что строительство перепоручили Поднебесью, а там сплошные жулики. А это детское учреждение, там вообще денег немного, украсть нечего. Так это хорошо. Что хорошо? Зачем им это нужно? Столько усилий. Они Малинина подкупили. Они по срокам все рекорды бьют. Через день после подписания этого договора у них уже там все заборчиком огорожено. И техника стоит. Но я сама это видела. Узнай, зачем им это нужно. Угу. Я? Да. Нет, я. Ты меня уволила. И плюс Анастасия обидится, если я сейчас раз уйду. Анастасия переживет. А если у нас свадьба? Вот мы с тобой сейчас разводимся, и у нас свадьба сразу. А ты женишься чуть позже. Посмотри, это очень интересно. Ну ты... Дорогой, ты скоро? Я не скоро. Ну, все, я, пожалуй, пойду. Ну, подожди. Найдешь что-нибудь интересное, звони. Ну как? Нормально? Да, отлично. Умница, то, что нужно. Спасибо, дорогой. Угу. До новых встреч. Да. Это вряд ли. Здравствуйте. Делаем все возможное. А может, что-то нужное, лекарство? Нет. Ее страховку вчера соседка привезла. И еще. С девочкой тоже не все благополучно. Я сам делал последнюю операцию. Перед этим они ездили за границу. Прогноз отличный, но нужно приложить усилия. Вот ее карта. Рекомендую разминать ноги на велотренажере. Я вас поняла, спасибо. А когда можно будет с Дусей приехать? Завтра у Веры снимем искусственное дыхание, тогда и поговорим. До свидания. До свидания. Людмила Ивановна, а оформите мне две карты в фитнес-клуб? У меня высшее образование, у меня диплом. Да я сегодня же уволюсь. Это ж надо же, боже мой, я не умею готовить. Нет, вы слышали? Я не умею готовить! Пожалуйста, не нужно кричать. Да. Вот вам за весь день, вы можете быть свободны. Знаете что? Семейка. Я работала очень состоятельных людей. Они не могли себе такого позволить, отношения. Пожалуйста, уходите, нам некогда. Да идите вы все! Какая же ты все-таки негодяйка. Правда? А ты сама это попробуй. Это есть невозможно. И я таскаю тебя в этом чертовом кресле. Я себе все руки стерла, а ты ходить не можешь, да? Ну-ка, вставай немедленно. Врач сказал, нужно ходить. Я такая бедная, такая больная, все вокруг должны прыгать. Да как тебе не стыдно вообще, бессовестная? Мама Вера последние вещи продала, чтобы тебя на ноги поставить, а ты лежишь. Знаешь что, мне все равно на эту вашу хваленую психологию. Ты думаешь, я к тебе подход искать стану? Не стану. Поднимайся, вставай. Вообще ремень куплю. Мне чихать на твою хрупкую душевную организацию. Пошли. Куда? В фитнес-клуб. Я две карты купила. Пожалуйста, умойся. Сними с лица эту мазню, смотреть невозможно. Написано «заниматься каждый день». Вчера ты вообще ничего не делал. Так, значит, мы еще 6 минут крутим, потом будем тянуть носок. Дуся, мы крутим!
Про диету ты мне вообще ничего не говорил. Ну, как так можно, а? Привет. Худеть опять решила? Нет, она меня решила до ручки довести. Здрасте. А вы... Это Дуся моя... Что-то типа щеночка. Она меня взяла на воспитание. Помучает, потом выкинет. Давай не разговаривай, а работай. Пойдем, отойдем, поговорим. Пойдем. Ты меня как нашел? Людмила Ивановна сказала, что ты будешь здесь с 4 до 5:30. Выложила, значит. Я ей припомню. Эй, ты только про меня ничего не говори, ладно? Да, насчет Поднебесья. Они никакой детский центр строить не собираются, будет у них там заводик. Вот. А господин Игнатьев, владелец Поднебесья, получит долю за свои хлопоты. Ну, я так и знала. А мы их прижмем. Ай, боюсь, не прижмем. Дело в том, что они умудрились вписаться в закон. Нарушений вообще нет. Дусь! Думаешь, я дура? У тебя совесть вообще есть? Дусь, ну крути, пожалуйста. Это мне, что ли, надо? Подожди, я что-то не очень понимаю. А как так? Нет нарушений. А вот так. Если воспитанники есть в приюте, по закону его сносить нельзя. Mm-hmm. Нужна замена. Mm-hmm. Для этого их временно выселяют и строят именно детский центр. И уже площадь отдают государству под целевое использование. Но они же там строят завод. А потому что воспитанников нет. Их распределили по семьям. Понимаешь? Они выпали из системы. Места больше не нужны. Странно, что их так быстро всех разобрали. Да, мне тоже так показалось. И, кстати, здесь есть к чему прицепиться. Дело в том, что они сначала составили акт о расформировании приюта, а потом уже некоторых воспитанников распределили по семьям. А это нарушение, так нельзя. Сначала акт, а потом распределять. Но если мы докажем, что были нарушения, что с ними будет? Ну, тут смотря сколько детей. Если много, просто запретят строить завод. И либо компания должна за свой счет предоставить другое место, плюс сумма строительства. Нет, они обанкротятся. Подожди, я не про компанию, я про детей. А, я не знаю. Заберут обратно, наверное. Ну, но детям-то лучше в семьях. Нет, тогда погоди, ничего не делай, должна подумать. Сколько времени сейчас? 6 почти. Господи, Дуся, нам же таблетки нужно пить. А мы еще не ели. Пошли домой быстрее, опоздаем. Держи. Как поздно, подожди. Давай помогу. Получилось прекрасно, мать. Так это твой муж? Бывший. Дура ты, что его теряешь. Не твое дело. Дусь, подожди в машине. Вы меня как нашли? А, хотя нет, не отвечайте, дайте угадаю. Выследили, да? Да. Что вам нужно? У меня к вам будет просьба. Ну, съездите, пожалуйста, на улицу Парковая, дом 16, квартира 23, и поговорите с Аллой, я вас очень прошу. С какой еще Аллой? Алла, это моя жена. Поговорите, пускай она узнает что-то о детях. Ей скажут, она мать, а мне не, нет, потому что я уже там все пороги оббил. Вы не можете сами к ней съездить? Нет, она там живет с мужиком каким-то. Они сказали, что если еще раз сунусь, они вызовут полицию. А мне нельзя, я только вышел. И если меня загребут, то это будет вообще конец. Подождите, то есть вы просите меня? Совершенно чужого, незнакомого вам человека, да. У которого, кстати, куча своих проблем. Ехать к вашей жене, разговаривать про ваших детей, которых она сдала в детский дом, пока вы были в тюрьме, правильно? Да, точно, да. Идите вы к черту. Вы бездушная, черствая стерва. Возможно, просто оставьте меня в покое. Да, черт с вами, справлюсь без вас. А что, если не справитесь? Если не справлюсь,
не верну опеку. Ну и не увижу больше своих детей. Ни Мира, ни Димки. Нормально все. Извините. Хорошо. Завтра в 12 офис. Что? Меня прекрасно слышали. Приезжайте завтра в 12 часов к офису. Спасибо. Я все слышала. Ты ему поможешь? Подслушивать нехорошо. Да. Нормально доехали. Что с нами могло случиться? А это кто? Игорь, любопытная Варвара. Я здесь, да, я слушаю. Поднебесье меня больше не интересует. Тем более судьба Малинина. Все, забудь, тема закрыта. Да пусть они строят что хотят, где угодно, в любое время. Игорь, я не могу сейчас разговаривать. Так что такое Поднебесье? Шайка мошенников. И чего они хотят? Кого-нибудь облапошить. А тебе все равно? Нет. Просто из двух зол выбираю меньше. Как же удачно вышло, что мы с вами встретились. Вы исключительный человек. Да что вы. Сам рос один, все по казенным домам. Знаю, как это. Собаке то свой угол нужен. Но с человечком, и большим, и маленьким. Вот именно, вот именно. Жаль, только не все это понимают. Так и норовят распихать малышей по бетонным клеткам. Кругом сплошь бездушные бюрократы. Ну, это их выбор, их ответственность. Мы от этого всего теперь далеко. Золотые слова благородного человека. Ну, слава богу, у нас с вами все трудности позади. За что я вам безумно благодарен. Да вы что это? Вы что ж думаете, я из-за денег, что ли? Не обижайтесь, не обижайтесь. Возьмите. Одежду купить. Вдруг кровать малышам пригодится. Знаете, и мне спокойней. Хоть какая-то благодарность лично от меня. Да, новая кровать, правда, очень бы пригодилась. Спасибо. Ну, вы звоните, если что, в любое время. Помогу. Что ж, пора прощаться. Счастья всей вашей большой дружной семье. А вот это передайте детям.
сказку. Тише. Давай свою сказку. Жила-была девочка, и были у нее два братика. И жила она с мамой и папой. Папа был капитаном корабля. И вот однажды папа уплыл в море, а мама заболела. Скажи, они сбегут? Не мешай. Тебе кто дал право на мою жену маньяка ловить? Не лезь в эту. Круглосуточное наблюдение уже установили. Это что, на живца, что ли, получается? Дверь никому не открываешь вообще. У нас на это существо ничего нет. Учись мыслить шире. Может, это вы их всех мочите, я не знаю. Что? Маша твоя из дома вышла. Надо понять, чего он хочет. Куда он ее везет?